Давайте проверим несколько способов, как снять двухсторонний скотч. Первый нам рекомендуют использовать уксус. Я взяла ватный диск, смочила его уксусом, и лучше всего его прям приклеить, оставить на этом двухстороннем скотче, потому что просто ватный диск, смоченный уксусом, не убирает. И оставлять сразу лучше минут на 10, потому что через пару минут снималось плохо. Я еще раз оставляла ватный диск, смоченный уксусом, и потом уже более-менее так хорошо снималось. Второй способ нам рекомендовали использовать резинку. Хорошо снимает, в принципе, неплохо, если немного приложить усилий. С двух поверхностей я снимала с помощью резинки. Третий нам рекомендовали использовать фен. Здесь тоже плохо совсем отдирается. Нагреваем. Она убиралась, конечно, ну так, здесь мне уже ребенок помогал. Но очень плохо, она прям приклеилась к пальцам. Поэтому я достала опять резинку и просто резинка уже убрала остатки.